нас сегодня небольшой ремонт предстоит. Сломался вот этот держатель, и сетка упала вниз. Я ее уже помыла, и сейчас буду менять этот держатель на новый. Хорошо, что в запасе имелось. А еще вот этот верхний держатель отвалился. У него не хватает самореза. Видимо, открутился. И почему-то он стоит вообще не на том месте. Почему здесь 4 дырки? Странно. Это установщики окон так накосячили, что ли? Сейчас все исправим. На этой стороне все в порядке. Здесь тоже у меня пальчик поранился. Поэтому лейкопластырь. Здесь в порядке, стоит держатель. Здесь сейчас поменяем. И там вкрутим еще один саморез. Нужно измерить расстояние и узнать, накосячили, из-за этого сетка упала или из-за того, что просто сломался здесь держатель сетки. Сейчас измерим ширину сетки и измерим от того держателя до того, у которого был только один саморез. Ну вот, нужно было не вот в эти дырки сверлить, а вот здесь, которые ставит держатель сетки. И тогда сетка не улетит. Здесь, видимо, меняли сетку, другую ставили, шире которая. И поэтому дополнительно просверлили еще 2 дырки для держателя. А потом, когда уже поставили маленькую, ну то есть узкую, по ширине сетку, перепутали, видимо, окна, и она свалилась. Ну, теперь стоит здесь новый. Все крепко. Этот еще прочный. Здесь болтается что-то. Надо будет немножко подкрепить. Сейчас это сделаем. Ну и этот в порядке теперь. Крепко держится. Сейчас хорошо поставить эту москитную сетку, но вы посмотрите, какие здесь дыры. И сейчас мы будем... Эй, мама, я все тут два яблочки. Ну и что? Тогда яблоки поспели.
носовоте согнать. Да что ты говоришь? Вот когда поспеет, тогда уберем москитную сетку. А еще рано, они еще зеленые. Пыталась заклеить скотчем, но он не держится. И поэтому сейчас нужно будет эту старую сетку снять и поставить новую. Хорошо, что я покупала в свое время запасы сеток. Все вот комплектующие. Как раз вот ручки есть, нужно будет заменить, потому что они здесь поломанные. Пойду еще раз помою, потому что вот в этих щелях вон грязи сколько. И уплотнительную резинку тоже надо будет помыть. У меня, конечно, и новая есть. Ну, посмотрим, новую поставим или вот эту старая сойдет. Все помыла. И сейчас будем сетку ставить. Специальное приспособление, которым очень удобно уплотнительную резинку вставлять в паз. Вот так вот проводишь. Thank you.
Ой, самое тяжелое попасть в эти пазы. Фу, еле как одела, так плотно там заходит. И вот это новый держатель для москитной сетки тоже так плотненько прилегает вот в этом месте. Поэтому очень тяжело было. Но я справилась с этим. И еще совет от меня. Если у вас также проблема одеть москитную сетку, трудно заходит в пазы вверху и внизу, то можно поставить еще один держатель, ручку, в этом месте. Это очень удобно, если у вас вот здесь вот очень плотно прилегает вот эти держатели для сетки. И нужно на себя потянуть, чтобы одеть. Эту москитную сетку делала я сама, пособирала полностью от А до Я. Это делается очень легко и просто. Обычный конструктор для взрослого. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.